Всем привет! Вышла новая обнова, ну точнее тестовый сервер запустили с изменением World of Tanks. Там есть три карты. Вот, хочу немного рассказать про некоторые из них. Три карты. Две из них мне понравились. Одна вообще не зашла. Не зашла мне Волга. Две другие карты, которые очень такие прикольные и перспективные, это каньон и застава. Сейчас играем на заставе. Карты, что каньон, что застава, очень большие. То есть к этому надо привыкнуть. Одна из самых больших карт, которые мы играли. Вот, потому точек, где можно играть на различных техниках, очень много. Ну давайте по порядку. Я играл на этой карте, наверное, 6 или 7 раз. По стечению обстоятельств, или я не знаю почему так, но все разы я играл только с нижнего респа. Поэтому буду немного рассказывать про нижний респ, потому что верхний может чуть-чуть отличаться, но так, навскидку, они сделали, ну, как бы зеркальное, да, там холмики друг друга повторяют, может они там чуть по-разному стоят, имеют, ну, различную конфигурацию, но в принципе оно так зеркально идет, не сильно такое отличие. Вот, ну давайте начнем с нулевой, девятой, восьмой линии. Здесь идут такой штук 5-6 холмиков, да, в основном сюда едут ПТшки, средняки и светляки. Тяжесть сюда редко заезжает, потому что база чуть смещена. Вот, им далеко сюда ехать. То есть им проще ехать либо налево, на первую, вторую, третью линию, либо центр. Вот. Восьмая, девятая, нулевая линия, в принципе, ну, довольно-таки неплохая. То есть там один угловик ближе к базе, да, но который я сейчас противоположный свечу. Там стоят ПТ-хи, средняки. В принципе, так же самое, как и стоит. Ну, и с той базы она одинаковая идет. ЛТ-шка комфортно играть. Единственное, мне непонятно, вот левее этого холмика видно воду. Вот сейчас, если я подъеду ближе. Зачем ее там сделали, непонятно. То есть они огромный кусок взяли и выкинули. Там играть нельзя. Есть какой-то там на F6, да, F7, то есть там какой-то островок, есть какой-то мостик, но смысла туда ехать нету, потому что тебя будет просто-напросто расстреливать. На мой взгляд, то 6-ю, 7-ю, 8-ю линию, там где вода, лучше бы сделать как в огненной дуге, то есть какие-то холмики, да, вот волнообразные, и оно бы лучше игралось. А эта вода, она, ну, ни к чему, то есть она просто забрала карту. Зачем она там, не совсем понятно. Есть еще, ну вот видите, я тут не знал, что есть такой обрыв, и вылетел. Сделали еще прикольную фишку, вот как раз они сделали, что можно очень далеко отдалять камеру от танка. То есть если раньше мы до какого-то предела доходили, да, и все. То есть здесь они сделали намного как бы вид сверху. То есть в начале боя я там почти захватывал все расположение нашей команды. И это очень прикольно, потому что ты когда за укрытием стоишь или за каким-то там скалой, камнем, и ты не видишь, не мог раньше посмотреть, как танк. Он, то ли он развернулся, то ли он смотрит на тебя, то ли он вообще отъезжает. То есть сейчас ты это можешь сделать. То есть ты отдаляешь камеру и смотришь, хоп, он отвернул башню, ты выезжаешь и стреляешь в него. Ну это как он может делать, так и ты. Как оно сыграет потом в рандоме, если такая фишка останется, ну, непонятно. Но в принципе для клановых боев это очень интересно. То есть когда ты отдаляешь камеру и смотришь расположение всех танков, ну, которые светятся, ну это, на мой взгляд, очень удобно. Теперь давайте поговорим про центр. Центр у нас представляет собой, ну, типа заброшенный замок, да? Непосредственно сама застава это. И он
очень похож на рудники. Вот тут этот заезд по центру карты в рудниках, в принципе, это то же самое, что здесь в заставе. То есть центр карты, ну, просто он более вытянутый по своим размерам, да. Туда обычно в начале боя тоже пытаются заехать быстрые сильняки и светляки. Вот, и там, ну, как бы, по три таких ниши, в которых ты можешь высвечивать противоположные базы. То есть лево, право и центр. Но, если вы отдали в самом начале боя 8-9 нулевую линию, то получается этот заезд очень хорошо просматривается с этих линий. То есть, и в основном, когда при заезде, ты будешь получать оттуда урон. Вот. В центре еще играет, в основном там играют тяжи и средники, да, с неплохими УВН, потому что подъем, там идут с двух сторон горки, то есть и ты от башни за счет УВН можешь перестреливаться с тяжами. В принципе, центр в основном больше ничем не интересен. С вот этих, ну, то есть он как на рудниках. Там, где есть у тебя ниши для выстрелов, ты можешь на танке спуститься. Вот эти ниши, конечно, простреливаются. И если ты хочешь заехать в начале боя, вот как сейчас делает Шеридан, по-моему, да? То есть он заезжает, но он получает урон. Он получает урон даже в начале, какой там, J6. То есть с J6 ты можешь спокойно наносить на заезжающие танки там урон. Стоит это рискнуть. Ну, в принципе, так же самая система, такая же самая, как и в рудниках. Тут все, по-моему, понятно. Вот. Теперь давайте А, Б, С, Д. Да? Первая, вторая, третья, четвертая линия. Там, в принципе, сразу за заставой идет поле. И это поле, в принципе, как футбольное поле, оно не играбельно. То есть там может в начале этого поля стоять где-то ПТшки своих, ну, на позициях. Но по полю ты, соответственно, никуда не поедешь, потому что что заставы самой с этого замка разрушены, тебя могут простреливать, что ПТхи в каких-то точках тебя простреливают. То есть играется на самом деле там небольшой участок, там получается две улочки с разбитыми домами, ну, как город. И только они там и играются. Вот сейчас на мини-карте видно, если посмотреть, то есть там на этих улочках и сосредоточена основная масса танка. То есть на поле ты не заедешь и играешь в эти две улочки. Смысл этого поля вообще в принципе нету. То есть по мне лучше бы ее вообще убрали, это поле, а эти улочки там добавили 2-3 улочки и подвинули ближе к самой заставе, к этому разрушенному замку. И в принципе все. Насчет карты, ну, на самом деле очень прикольно. То есть играть и очень необычно. И тут результат не всегда зависит. Вот, насколько я помню, мы в этом бою будем проигрывать. То есть первая, вторая линия они там продавят наших. О, но за счет того, что мы даже останемся в меньшинстве, но за счет того, что у нас была под контролем нулевая, девятая, восьмая, мы выиграем этот бой. Так что карта очень прикольная. Мне понравилось. Во, насчет новых нововведений. По поводу арты. По поводу арты я сыграл где-то 27-30 боев на этих. Ну, и на тесте карт там получается два разных режима. То есть тест карт это отдельно на десятках играешь. Есть типа стандартный бой. И по арте я не знаю. Мне кажется, что вот это распределение снарядов, он еще в рандоме, он сыграет еще хуже. То есть если раньше мы страдали от арты, то сейчас еще больше начнем. И почему такое складывается впечатление? Потому что на ББшках на арте они увеличили урон. И этот урон в большинстве случаев, он может заходить даже до бронированного тяжа,
Например, вот как я играл на 60 TR. То есть у меня зашел урон 900 с копейками. То есть, казалось бы, бронированный тяж, но урон 900. Это от арты. Единственный, ну, то есть, в рандоме, скорее всего, это будут те люди, которые хорошо играют. А на арте много кто хорошо играет и умеет закидывать. Он будет жестко будет закидывать там по 700, по 800 и по 1000. Поэтому играть с этой стороны станет сложнее. С другой стороны, фугасы. Фугасы такой урон уже не будут наносить на арте. Фугасы будут служить до оглушения. То есть они все те же фугасы. По урону они будут мало очень наносить. Но, по-моему, с фугаса арта мне там больше 300 не выбивала за все это время. Но они делают оглушение. ПБшки на арте не делают оглушение. Вот. И то есть, я так думаю, что те люди, которые хорошо играли на арте, они привыкнут к этой системе и будут жестко ББшками закидывать капец. И представьте себе, если раньше ты там от фугасов страдал, когда 2-3 арты агрятся на тяжелый танк, то сейчас ты будешь страдать от ББшек, потому что даже 60 TR спокойно пробивается сверху ББшкой на 700, 800, там 900, в зависимости от арты. То есть, и на самом деле такое. Мне не кажется, что арту нерфят. То есть, арту делают просто более своеобразной, более сложной. То есть, тот игрок, который не играл на арте, он не сможет играть на арте. То есть, там надо будет разбираться, и он большой урон не может наносить. А те игроки, которые хорошо играли на арте, они могут еще лучше. Вот, бабаха фугаса мне на 900 набрала. То есть... А сейчас я буду уезжать, по мне будут стрелять две арты. Вот, будет интересно сейчас. Сейчас я вам расскажу почему. Вот, слева выстрел был ББшкой. То есть он никакого эффекта на меня не произвел, потому что не попал. А если попал бы, мог бы там снести 800-900. В зависимости от арты там, или 500-600. Вот. А справа от меня упал фугас, и он по урону нанес тоже по урону, потому что сплэш был небольшой, то есть он мне как бы по урону не нанес, но он меня оглушил. Вот, и вот интересно просто получается эта система, и зарекаться, как она будет действовать в рандоме, ну очень тяжело. То есть, с одной стороны, на ББшках у тебя нету никакого сплэша и нету оглушения, а с другой стороны, большой урон. Ну, будет видно. Что еще из такого нововведения здесь было? Ну, скорее всего, перк добавили. То, что я запомнил, это перк. Он показывает, когда арта тебя выцеливает и стреляет там за несколько секунд, то есть, ну, это такое, если ты там в бою с кем-то перестреливаешься, тебе просто некуда деваться, то тебе арта, конечно, закинет, ты ничего не сделаешь. А если ты сам, и ты оно показывает, то ты успеешь еще убежать. В принципе, ну, карты нужны новые, да, карты сделаны неплохо. Завтра, скорее всего, разберу еще, или послезавтра разберу еще каньон, карту. Тоже очень интересные, там интересные бои были. Ну, эту карту я бы хотел видеть в рандоме. Возможно, они что-то переделают. Ну, по мне, тут они сильно много свободного места оставили, которое просто-напросто не будет использоваться. Разве что для дистанционной перестрелки, ну, такое как бы. Не нужно, мне кажется, это. То есть лучше бы они вместо этой воды сделали, я же говорю, как огненные дуги, холмы. Интереснее бы было. Или какой-то один по центру холм, который разделял бы две базы. Ну, в принципе, посмотрим. Довольно-таки неплохо. И вот мы оставались в меньшинстве. Ну, за счет того, что мы 8-9 нулевая линия, мы, в принципе, и выиграли. А, вот где подставился. Так что, как бы, карта очень интересная. Ну,
посмотрим. Арта неоднозначно. Какие там еще изменения? Ну, а в принципе, какие-то еще существенные. Ладно. Всем пока. Завтра, если что, выложим объем.